У крыльев советов новый капитан. Студентка, плавчиха и просто красавица. Мария Черепанова попала в женский футбол на спор. Однокурсник во время спартакиады предложил ей сыграть на турнире. Она согласилась. Сейчас Мария мечтает не только выиграть чемпионат страны, но и в составе национальной сборной стать чемпионкой мира. Теперь Черепанова – защитник легендарного клуба «Крылья советов». Первая моя тренировка. Я купила себе форму, все по-взрослому. Отбитые ноги, синяки. Мама говорит, ну ты же принцесса, зачем тебе это нужно? Но нет. Тут уже чисто из-за характера, да, осталось. Дальше, к моему огромному счастью, на самом деле, я попала в команду Комаровой Галины. Тогда мы еще были с Дюшор номер 11. Женский клуб «Крылья советов» разновозрастной. 40 девушек от 12 до 25 лет. Это три команды. Все друг другу помогают, как в спорте, так и в жизни, рассказала капитан старшей команды. Ведь сейчас для них главная задача – создать боеспособный коллектив для участия в первенстве России. Старт весной в третьем дивизионе. Руководство клуба ставит амбициозные задачи. Через несколько лет крылышки должны играть уже в элите женского футбола. Что касается девочек, это все любители. То есть контрактной системы пока не предусмотрено. Но в процессе развития клуба, в процессе женского, мы, естественно, будем это предусматривать. Надо нам добраться до премьер-лиги женской. Я думаю, что будем о чем-то говорить. Начиналась история женских крыльев с любительской команды «Виктория». Затем была 11-я спортшкола Олимпийского резерва. В центре подготовки футболистов спортсменками сейчас занимаются профессиональные тренеры Андрей Дементьев и Галина Комарова. На протяжении всех лет, которых мы тренируемся, когда мы создавали эту команду, цель и задача была создать в своем городе команду высшей лиги, чтобы в дальнейшем создать команду мастеров. Женская команда мастеров в Самаре играла с 1992 года под брендом ЦСКА ВВС до 2014. Потом финансирование прекратилось. Осенью 2019 девушек-спортшкольниц под свое крыло взял профессиональный клуб «Крылья советов». Ветераны футбола очень довольны таким решением старшего брата. Это, конечно, эпохальное событие. И вот эти девчонки сегодня начинают новую летопись, наверное, в истории женского футбола, именно нашего города. И мне кажется, я тоже в свое время была капитаном, и сегодня Мария, когда интервью давала, мне прям хотелось ей какую-то эстафетную палочку передать, потому что команда ЦСКА ВВС тоже начинала свои победы ковать именно на этом стадионе. И в 92-м мы стали серебряными призерами, в 93-м мы уже стали чемпионами. Сейчас в женском чемпионате России по футболу 8 команд. Это ЦСКА, Локомотив, Чертаново, Торпедо, Енисей, Кубаночка, Звезда и Рязань ВДВ. Если все пойдет по плану, то в 2021 году в этой очаровательной компании окажутся и самарские «Крылья советов». Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.